Доцент медицинского факультета Чувашского государственного университета признан виновным в получении взяток. Такое решение вынес Московский районный суд столицы. Напомним, в середине июня 2018 года преподаватель получил 40 тысяч рублей за сдачу студентка экзамена по фармакологии. Такое же преступление он совершил и в 2019-м. Сумма взятки составила 30 тысяч. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, преподаватель лишен права заниматься учебной деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях сроком на 2 года. Данный приговор в законную силу пока не вступил. Ну и те, кто сами дают взятки, тоже должны понимать, что это деяние также является уголовно наказуемым. И по данному делу в отношении студенток, передавших взятку преподавателю, уголовные дела уже возбуждены.